Трибуны битком, болельщики занимали места за 4 часа до матча. Каждый хотел стать частью истории и своими глазами увидеть взлет либо падение связиста. Ничейного результата здесь быть не могло. Обе команды приехали побеждать, привезя сильнейшие составы. И самое главное, несмотря на во многом решающий статус матча, соперники сыграли в яркий атакующий футбол. «Авангард» забил первым. Спустя минуту они забили еще. Неожиданный удар Михаила Иванова и мяч в сетке, а связист в шоке. 0-2 в стартовой 10-минутке – это катастрофа. Вспомнились слова капитана связи, что пропуская могли рассыпаться. Не рассыпались, даже после двух пропущенных. На гол Иванова связист ответил пушечным ударом Незамединова. Связист не опускал руки и не отступал от намеченной тактики. Они душили «Авангард» высоким прессингом, мешая выходить из обороны. В очередной раз, зажав синих в тиски, вынудили допустить ошибку, после которой сравняли счет. Ничья стала итогом первой половины игры. Во втором тайме команды продолжили играть свой футбол, но по желанию самоотдачи «Авангард» был чуть впереди, что и подтвердил забитым мячом. «Авангард» удивил своим стилем. Они играли не только эффективно, дважды выходя вперед по счету, но и эффектно. Очередная быстрая изящная атака привела к удалению вратаря-связиста. Он сыграл руками за пределами штрафной. Но «Авангард» из этого выгоды не извлек. В оставшееся время матча «Синие» играли аккуратнее, пытаясь сохранить свое небольшое преимущество. Связист шел вперед, атаковал, разыгрывал пятого, но повторить камбэк, как в первом тайме, не смог. 3-2, победа «Авангарда». Связист очень сильный соперник, ребята молодцы, то есть провели отличный матч, против них всегда тяжело играть, потому что матч с ними получается всегда эмоциональный, там в один мяч всегда получается борьба у нас с ними. Изначально договорились, то есть то, что в связи за счет чего хорош, то, что они всегда бьются друг за друга, то есть до последнего мы решили то, что наша первостепенная задача в этом матче не уступить им настрою и биться каждый за каждого, поэтому мы вот так вот и начали. Мы изначально договорились то, что чтобы не произошло на поле, то есть какие бы ситуации ни произошли, мы будем друг друга поддерживать и играть от себя, не скатываться на игру противоположной команды, стараться навязывать свою линию. Надежды болельщиков подтвердились, интрига жива, а имя чемпиона станет известно только в самом последнем туре. Благодаря победе «Авангард» возглавил таблицу чемпионата и теперь опережает «Связист» на 2 очка. В заключительном туре «Синим» предстоит встреча с «Динамо Ойл», которая будет биться до последнего, чтобы войти в тройку призеров. «Связист» сыграет с «Лесным», «Софрина» со «Зверосовхозом», «Автолицей» с «Малахитом», а «Правда» примет «Связист 2». Все на футбол, вы просто обязаны увидеть вживую финал этой сумасшедшей истории. Павел Розин, специально для телеканала «Твой Пушкинский» и Федерации футбола Пушкинского района.